Сколько ехать из Канзаса до Нью-Йорка? 2 дня. Хочешь доехать за 16 миллисекунд? Да, туда и обратно. Мы здесь о больших деньгах говорим, Винсент. Я знаю. Почему я? Почему не пошел к Еве Торрес? Ева Торрес? Ева Торрес использует людей как разовые активы. Слышал, однажды вы купили 200 башенных кранов, 1 000 000 за штуку, после 15-минутного интервью с каким-то парнем, которому срочно нужны были деньги, верно? Они стоили 1 000 000, но я взял их за 500. Как бы там ни было, вы человек слова, и я уважаю вас за это, сэр. Цифры хорошие. Не могу дождаться. Это безумие, но есть соблазн. Но? Почему я должен доверить тебе постройку оптоволоконного туннеля? А мне и не нужно доверять. Это как купить машину времени, это как узнать выигрышные лотерейные номера на фондовой бирже задолго до розыгрыша. Нет. Что? Почему я должен тебе доверять? Хорошо. Прозвучит глупо, но ладно, неважно. Когда мне было 18 лет, я работал помощником водопроводчика, чтобы за учебу платить. И мой босс повел меня в подвал в Куинсе. Я мог унюхать запах грибка. Он попросил меня отвинтить 100-метровую стальную трубу, и вот он попивал кофе в углу комнаты, пока просил меня отвинтить эту здоровенную штуковину. Самому за минимальную плату, и труба развинчивается, ударяет меня по голове, я теряю сознание. Богом клянусь. И я открываю глаза. А надо мной нависает тень этого странного мужика, и он говорит. Он говорит: водопроводные линии. Линии, не отпускай их. Потом я получил пощечину, и мой тупой босс прямо надо мной. Но мысль отпечаталась у меня в мозгу. Хорошая история, Винсент. Немного перегнул палку. Да. Но хорошая. Спасибо. Но я знаю, что пока не построю эту важную для себя линию, я не буду знать ответа. Какой ответ? Что в конце линии? Проект «Калибри». Похоже, паника на Уолл-стрит прошла. Это должно было случиться. Биржевые спекуляции неуправляемы. Уже была масса падений фондовой биржи, начиная с биржевого краха в 1929-м. Хотя у большинства брокеров, как правило, короткая память, это должно было снова случиться. На прошлой неделе, после того, как Standard & Poor's понизили кредитный рейтинг США с AAA до AA+, случился обвал рынков по всему миру, от США до Ближнего Востока, вплоть до Азии. Скорость транзакций стала настолько важной переменной в рыночных отношениях, что более быстрые алгоритмы могут сделать миллионы до доли миллисекунды или же обвалить рынок, спровоцировав массовые защитные реакции по автоматическим компьютерным системам. Согласно Марксу, на улице говорят, что миллионы исчисляются в миллисекундах. Волновой эффект ощутился по всему миру. Торрес & Тэтчер Корпорейшн, Нью-Йорк, октябрь 2011 год. Твою ж мать! Эй, не закрываешь свою станцию, она уже не твоя. Отвянь. Слишком поздно, я тебе ее одолжил. Что ты наделал? Я тебе башку оторву. Черт. Время ожидания. Обработка 7,8 миллисекунд. Оптоволокно 0,3 миллисекунд. Марк. Ты как? Привет. Как у тебя дела? Хорошо, а у тебя? Винсент, мой двоюродный брат Антон. Привет. Рад встрече. Ты в порядке? Ты поел? Ты голоден? Нет, я не голоден, спасибо. Ты принес соглашение, а не разглашение? Это, наверное, самый длинный документ в моей жизни. Извини. Никогда не приходилось такое подписывать. Нет? Нет. Посмотрим. Подписал здесь. Ладно, выглядит неплохо. Я поговорил с Грегом. Он сказал, ты крутой, можешь вытащить из любой передряги. Спасибо, да, мы много чего занятного повидали, я и Грег. В чем суть этого проекта с туннелем? Мы хотим выкопать 10-сантиметровый туннель из канзасского дата-центра электронной биржи до серверов Нью-Йоркской фондовой биржи, которые находятся в Нью-Джерси. С Канзаса до Нью-Джерси это... Прямой туннель.
1600 километров в длину, 10 сантиметров в ширину, который должен пройти через Апалачи. Ого, могу я спросить, в чем цель этой линии? Наша цель — получить котировки акций за 16 миллисекунд. Что на миллисекунду быстрее, чем у остальных, она будет быстрой и сделает нас успешными. Когда ты говоришь «прямая», а насколько прямой мы говорим? Прям прямая. Из Канзаса до фондовой биржи Нью-Йорка. Неважно, что на пути. Мы копаем. Абсолютно прямая линия. Болото. Прямая. Реки. Прямая. Горы. Прямая. Прямая. Прямая, прямая, прямая. Ты принес, что мы обсуждали? Да, принес. Это 630 километров линия, которую я построил из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Я управлял 16 бригадами за полгода, а до этого полгода анализа почвы, обеспечения безопасности объекта от начала до конца около года, и мы сдали проект раньше на 15 дней. Молодец. Спасибо, я отвечал за все. Подкоп, трубопровод, за почву, недвижимость, бригаду телесвязи. Мой двоюродный брат Антон здесь для теста. Я надеялся, ты будешь не против взглянуть. Конечно. Допустим, ты хочешь вырыть туннель из Стокгольма до Мадрида и провести по нему оптоволокно. Да. Сколько понадобится регенераторов, чтобы выстроить линию? Учитывая преломление, конечно. Конечно. Все в порядке? Да. Должен ли я учитывать искривление земли, или я могу копать прямо узел снаружи в восьмиугольник? Если ты используешь мощные аппараты, которые стоят дороже, можешь копать прямо. Реже выходить на воздух, чтобы у вас была более прямая линия. И, грубо говоря, мы говорим о разнице между 3000 километров и 3200, если я правильно понимаю. Ничего в интернет не выкладываем, это секретный проект. Я буду на каждом этапе. Я хочу быть на участке для встреч, планирования, интервью. Неважно, что я на участке, никакого посредника. Нашему работодателю нельзя об этом знать. Не устану об этом повторять. Что насчет контрактов по недвижимости? Где-то 90% возьму на себя, я и моя команда. Ты отвечаешь за остальное? Ты уверен? Мы говорим о лесах. Да. Грязи, болотах. Да. 1000 договоров. Я уверен, мне хорошо известно. Да. Должен сказать, парни, вы похожи сошли с ума, но я в восторге. Это правда очень интересный проект. Просто подумай об этом. Как о Давиде, который ступает на этаж фондовой биржи, вытаскивает самую большую рогатку и ставит сраного Голиафа на колени. Давид и Голиаф? Да. Мне нравится. Класс. Мы Давид? Да. Да, мы Давид. Катя? Привет, пап. Ты как? Хорошо. Привет. Здоров. Привет, как дела? Прошло 9 лет. За тебя, пап. Ты был первоклассным водопроводчиком в Нью-Йорке, может, и в 3 штатах. Ты был строг со мной, но это сделало меня сильней. За тебя. Угощайтесь. Да, прошу, давайте есть. Что ты делаешь до любой облицовки? Разбираешь трубы, ставишь 20-миллиметровую медную муфту. Менять все на 20. Нет, ты меняешь не все. Только главную трубу на верхний этаж. Все, не беспокойся по поводу подвала. Пап, а почему свет за окном синий, а свет в лампе желтый? Потому что световые волны у лампы медленнее, чем световые волны за окном, и более медленные волны идут от желтого к оранжевому, к красному, а более быстрые волны идут от синего к фиолетовому. Почему так? Алена, а где моя песня? Она права. Дядя Винни! Ты не спела бабушке ее песню? Дядя Винни! Да, хорошо, спасибо. Дядя Винни! Это я. Привет. Боли моей.
Алло? Мисс Торрес хотела бы вас видеть. Что, только меня или... Вас и вашу команду. Понял. Ева хочет нас видеть. Прошу, садитесь. Спасибо. Они здесь. Ты скажешь ему, что у него был шанс? Если он не доставит то, за что мы заплатили, он может поговорить с нашими юристами. Возьми себя в руки. Мне пора. Пока. Давайте послушаем. Что у вас есть для меня? Все еще работаем над СВЧ-вышками. Да, мы не работаем над СВЧ-вышками. Ты нет. Я да. Это бесполезно. Почему бесполезно? Мы отстаем на несколько лет для получения правильного формирования импульса у алгоритмов. К тому времени, как мы закончим, нас обгонят лазерные башни. Дженни, он прав. Короткий срок. Приложим усилия для сделки на оптоволокно между Харрисбургом и Аллентауном, чтобы не делать крюк через Филадельфию, сохранить половину миллисекунды. Я абсолютно не согласен. Мы должны работать над вышками. Если продолжим работу над ними, путь Канзас-Нью-Йорк в обе стороны будет меньше 14 миллисекунд. Это пустая трата времени. Пустая трата времени. Это твой проект по нейтрино обмена. Правда, что ли? Правда. А что ты знаешь об этом? Просвети меня. Знаю, что это чушь. Чушь, да. Разработка защиты из обменной нейтрино будет стоить как минимум 2 миллиарда. Иди нахрен. Ребята, я свое время трачу, слушая это нытье. Он не знает, о чем говорит. Дженни, найди мне специальное темное оптоволокно между Харрисбургом и Аллентауном. Ты работаешь над своими микроволокнами сам. Прошу, докажи, что он не прав. Что вы расселись? Вы тратите время, идите. Не ты. Не ты, Антон. Закрой дверь, пожалуйста. В чем дело? Не знаю. Ты мне расскажи. Что-то не так? Я тебя знаю. Где твои идеи? Где тот гениальный ум, которым ты так гордишься? Я работаю над обменом нейтрино. Нет, нет, нет. Не вздумай прятаться за этой выдуманной нейтрино-чушью. Ты здесь, чтобы испытать моменты чистого вдохновения. И прямо сейчас ты даже не здесь. Ну же, почему бы тебе не рассказать, в чем дело? Да, хорошо, но показалось, что она что-то подозревает? Да, да, возможно. Блять. Думаю, она подозревает, что я что-то задумал, и они продолжают работать над СВЧ-вышками. Они до сих пор ими занимаются? Да. И долго это будет рентабельным? 3 года. Потолок. Понятно, 3 года. Это хорошо. Просто не отвлекайся. Наносим удар, зарабатываем деньги. Через год или два сразу сваливаем оттуда. Купим тебе загородный дом на холме. Да. Лады, я возвращаюсь в Канзас. Пожелай мне удачи. Удачи. Ладно, увидимся в понедельник, чувак. Давай, пока. Девочек, разбудишь, какого хрена ты делаешь? Устанавливаю резервную систему. С помощью дрели? Да, это для проводов, чтобы сзади проходили. У тебя все нормально, Антон? Ты о чем? Ты творишь что-то непонятное посреди ночи. Мне нужно 15 минут. Нет, в постель сейчас же. 10 минут. Я постараюсь тихо.
5. А если через 5 минут ты не в постели, спешь на диване. Понял, 5. Канзас Электроник. Декабрь 2011 год. Канзасские серверы прямо там. Самый первый собственник. Да. Один из 10 000. Доброе утро, сэр. Вы владелец этого прекрасного дома? А что такое? Деловое предложение касаемо собственности. Как я могу помочь? Меня зовут Марк Вега, это мой партнер. Мы работаем на Cobalt Fiber Tech, мы сетевая компания. Мы хотели бы расширить деятельность за счет вашего участка. Вы владелец? Да. Прекрасно, у меня для вас хорошие новости. Вега, вы откуда? Я из Нью-Джерси, сэр. По происхождению. Латиноамериканец, а вы откуда? Америка. Откуда вы родом? Ладно, ладно, Винсент Залески, американец. Мы хотим расширить наши линии коммуникации. Я отвечаю за людей, которые могли бы продать нам участок земли. Я не продаю свой участок. Конечно нет, мы ищем доступ к тонкой полосе вашей земли, чтобы пустить нашу линию, очень-очень тонкую полосу. Насколько? Примерно такой ширины за такую протяженность вашей земли. Мы начнем где-то здесь. Она пойдет глубоко под землей, где-то 3 метра под вашим участком и до того столба. Вон тот, видите? Хотите выкупить 30 сантиметров земли? Под вашей землей. Просто протянуть линию. Мы привезем горизонтальный сверлильный станок. Он будет стоять прямо на этой улице. Думаю, это впечатлит соседей, и просверлим под вашим участком. Ничего не сломано, ничего не вырвано. Совсем не будет видно. Мы можем оформить аренду, если хотите, на 10 лет. Халявные деньги. Нет, мой друг, деньги есть деньги. Чистая правда, сэр. Чистая правда. У вас это где-то прописано? Да, конечно. Конечно. Тот, кто может это делать, уже работает на меня. Я нанимаю и обучаю их уже много лет. Поэтому мы самые быстрые. Объясни для меня это еще раз. Конечно. Существует огромная вселенная со всеми заказами, витающими вокруг. Мы определяем больших покупателей, потом выясняем, что они покупают и за какую цену. Мы используем свою скорость, чтобы им перепрыгнуть прямо в начало очереди. Здрасте. Здрасте, у нас тут записки для мисс Торрес. Не могли бы вы передать ей и расписаться здесь, подтвердить, что вы получили? Все это спекуляция. То, что делаем мы, наносекундная финансовая инженерия. Это далеко не спекуляция и намного сексуальнее. Как мы можем попасть в вашу наносекундную финансовую инженерию? Спасибо большое. Было приятно с вами поработать. Идем. Какие клиенты? Знаете что, я выйду на секунду, но Дженни, замени меня. Так вот, что это было? Не знаю. Ладно, расскажи о своей мечте, приятель. Дом на холме. Маленькая дорога, Колибри. Ладно, скажи это снова. Дом на холме. Маленькая дорога, Колибри. Просто иди. Ты все правильно делаешь. Эй, эй, эй! Черт! Что ты делаешь? Погодите. Что это такое? Заявление об уходе. Спасибо, что наняли нас. А вы издеваетесь? Я нет. Пойдем. Не знаю, куда вы там собрались, но идете вы с пустыми руками. Вы же это понимаете? Вся информация, данные, исследования, конечно, мои коды, они остаются здесь. Ваши коды? Простите, но они его. Его? Ты заблуждаешься. Вы заблуждаетесь. Все в этой голове. Они наши. Нет, они его. Это свободная страна. Часть его мозга принадлежит нам. Нет, свободная страна. Ты хоть знаешь, зачем это делаешь? Потому что я знаю, эта глупая идея точно не может быть твоей.
Ладно, письма у вас, все кончено, мы уходим. Я даже наняла этот жалкий кусок дерьма, чтобы у тебя был питомец. Мне нужны более глобальные задачи. Зачем? Я устал чинить и исправлять маленькие нудные проблемки на вашей линии. И в первую очередь, дерьмовый дизайн. Да, дерьмовый дизайн. Это что за вспышка гнева? Мы на пути к лучшим и глобальным вещам. Я не понимаю. Спасибо, дерьмовый дизайн. Я знаю, что мы можем сломать стены восприятия вместе. Да что это значит вообще? Давай, идем. Антон! Антон! Жуть какая. Идем. Ты вот-вот переступишь тонкую черту, ты будешь жалеть об этом. Я даю тебе секунду, чтобы прийти в себя. Возвращайся. Ты засранец, Винсент! Спасибо за все. Нью-Джерси, февраль 2012-го. Эй, Эми. Привет, как все идет? Шикарно, подписал 17 километров у домов и серверов Канзаса в сторону Independence. Круто. Да. Это что такое? Все собственники от Эру Рок до Мартинсбурга. Все подписи поставили? Да, детка. Молодец, братан. Итак, я вам объясню. Вы осознаете, что нарушение, которое приведет к тому, чтобы... Да, прошу. Распишитесь здесь. Июнь 2012-го. Начальная точка. Бригада землекопов Канзас-Сити, Канзас-Сибли, Миссури. Длина туннеля 35,8 километров. Бригада номер 25. Виртон, Западная Вирджиния, Питтсбург, Пенсильвания. Длина туннеля 44 километра. Конечная точка. Бригада номер 54. Макопин, Нью-Джерси, Мава, Нью-Джерси. Длина туннеля 18,8 километров. HTC, американский холдинг, Нью-Йорк. Здравствуйте, Брайан. Как вы? Я привел наше секретное оружие. Прекрасно. Рад тебя видеть, Винсент. Тоже рад вас видеть. Это мой двоюродный брат. Наконец-то вы встретились. Рад встрече. Два моих любимых человека в одной и той же комнате. Давайте приступим. Безусловно. Начнем сначала. Вот такое положение дел. У нас сделки с 54 бригадами, которые работают на линии. Земельные сделки почти с 95%. Антон, не хочешь присоединиться ко встрече? Земельные сделки почти с 95% тех, кто нам нужен. У нас штабы здесь, здесь, здесь и здесь. Здесь я буду почти все свое время. Это заповедный лес, дорог нет, строительство запрещено. В основном пересечь реки, болота... Что за пунктир? Это наша проблемная зона. Это Апалачи, большой национальный парк. Гранитная гора, сквозь которую мы как-то должны копать. Он под защитой государства, дорог нет. Сколько времени мы теряем, чтобы делать в обход? Антон, расскажи, как долго это все займет. Ладно. Хорошо, супер. Так, с Канзас-Сити до Индианы, север Миннеаполис, 2,3 миллисекунды. С Индианаполиса до Апалачи 2,5. С Апалачи до Нью-Йоркской фондовой биржи 4,3. Если обойти гору в 3,2, если идем прямо, и плюс 0,5 для обработки, туда-обратно 19,2, если обойдем гору, и 17, если... Нет, 16, не 17. 17 для... Антон, что? Нет. Ты сказал 16, не 17. Я знаю. 17 – пустая трата. Знаю. Вероятно, появится куча маркетмейкеров, которые сделают меньше 17 за год или два. Послушай меня, мы никак не можем объявить общественности о 17 миллисекундах. Он говорит, что у нас 17 с бета-версией программного обеспечения. Но это... Не пугай до смерти наших друзей. Мы опустим до 16, когда он разберется с кодом, которым занимается. Ты прав, мы должны прокладывать сквозь гору. Нам нельзя делать в обход, мы теряем скорость. Ты нас до усрачки напугал. Правда? Простите, простите за это. Да. Как вы собираетесь прокладывать сквозь гору? Нужно сделать две вещи. Нужно разрешение правительства для нашей бригады, и нужно как-то провести наш привод. Разрешение легко. Правда? Ого, если это легко для вас, лучше нам. Спасибо, спасибо. Дайте пару дней, я его достану. Да, супер. Хорошо, шикарно. Ладно. Мы пойдем. Скажу, что с вами одно удовольствие работать, и очень даже весело.
Если вы нас простите, нам нужно туннель копать из Нью-Йорка до Канзаса. Мистер Саймон, мы никогда не... Но нам следует... Ты едешь в Канзас, Дороти. И Антон. Ладно, пойдем, Антон. Антон, ясно. Каким образом я разработаю программное обеспечение, которое быстрее на миллисекунду, когда я уже выжил все из кода? Не знаю, может, тебе просто надо не торопиться и отдохнуть? Дело не во времени, Винни. Ладно, понял. Этого нельзя сделать. Хорошо, братан. Ты не слушаешь меня. Хорошо, хорошо. Послушай, послушай, тебе надо найти эту миллисекунду, или у нас просто нет цели. Весь наш проект бесполезен. Ты этого хочешь? Мы Дельта, пятый терминал. Я тебе правда нужен в Пенсильвании? Может, лучше мне остаться здесь? Нет. Я бы сконцентрировался на... Точно нет. Мне нужна твоя поддержка. Ты можешь и здесь сконцентрироваться. И когда будешь в аэропорту, постарайся расслабиться. Сможешь это сделать? Пипец тут жара. Извините. Да? А можно воды, пожалуйста? Да, конечно. Винсент? Винсент? Да, что? Под моим сиденьем нет спасательного жилета. Нет спасательного жилета? Нет. Зачем тебе спасательный жилет? Мы летим в Питтсбург. Если упадем в воду. Мы не летим над водой. Мы летим через Пенсильванию. А может, будет река или озеро? Мы не упадем в реку. Ты не знаешь? Нет. Прошу. Спасибо. Все нормально? Простите, он в порядке. Он слегка боится летать. Немного боюсь. Да, постарайтесь расслабиться. Да. Все хорошо? О, да. Хорошо. Очень помогает. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Может, тебе попробовать поспать? Закрой глаза и попробуй уснуть. Хорошо, когда ты проснешься, мы уже прилетим, ладно? Давай. Дамы и господа, говорит капитан корабля. Добро пожаловать на наш рейс в Питтсбург. Время полета около 2 часов. Ожидается турбулентность во время приземления. Нет, нет, нет. Остановите самолет. Нет. Да, хорошо, подожди нас там. Просто подожди нас там, мы скоро будем. Нет, ничего не произошло. У нас был небольшой инцидент с Антоном на самолете. Все нормально, хорошо. Не переживай, приятель. Te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor. Питтсбург, Колумбус, Индианаполис, Канзас-Сити. Да. Они направляются куда-то между Питтсбургом и Канзасом. Это КЭП. Что? Канзасская электронная биржа. Выясни, где они остановились, и перезвони. Да. Ты в порядке? Да. Где мы? В Пенсильвании. Ты сталкиваешься с трудностями в работе? Трудностями? Худшее, что может произойти. Прям худшее, что может произойти? Я бы сказал, что положительное дерьмо. Положительное дерьмо? Что это? Я должен достать эти трубы, которые идут с муниципалитета до этих застроенных хором. Около 30-35 из них в коттеджном поселке, чтобы я мог достать им воду. Да. Они расположены намного ниже муниципалитета, так что достать им свежую воду не проблема, потому что воду берут из города вниз по холму и к их домам.
Гравитация делает свою работу. Но после того, как эти богачи поедят свою икру и выпьют вина, им нужно куда-то ссать и срать, как и всем. Ты достаешь им насос, который запихивает всю кака в трубы вверх по холму, где все живут. Этот насос называется аппарат положительного дерьма. Серьезно? Да, ты следишь? Да, несложно. Солнышко встает, мы прочесываем местность, копаем, а потом внезапно... Что? Ёбаное землетрясение. И внезапно чувствуется запах, как будто ты вошел в ад Данте. Это какашки под давлением в трубах вырвались наружу. О, боже мой. И там пиздец фонтан. Выходит словно масло из жопы земли без перерыва. 12 сантиметров чистого, блядь, дерьма. Отвратительно. И центральный насос чувствует давление, думает, нужно давить сильнее, сильнее. Почему не выключил? Нельзя. Только у муниципалитета есть доступ к водоснабжению. 5 утра, никого дома нет. И я смотрю на этот коттеджный поселок, который буквально утопает в собственном дерьме. Приходит сторож. У него нет нескольких зубов. Этот старик кладет мне руку на плечо и говорит: «Знаешь, Марк, я всю свою жизнь работал на богачей, но глубоко в душе я всегда знал, что они те еще засранцы». Забавно. Положительное дерьмо. Это была долгая история. Ладно, парни, увидимся. Увидимся позже. Пока. Ага. Посмотри-ка сюда. Президентские апартаменты. Смотри, привезли твое оборудование. Разве не здорово? Здесь у тебя стол, чтобы заниматься своим кодированием. И... посмотри на этот вид из окна. Это потрясающе. Сможешь созерцать природу, пока занимаешься своим кодированием. Тут 3 телефона. Так, ладно, увидимся за ужином. Возьми ключ и, пожалуйста, поработай над этой миллисекундой. Хорошо, братишка? Я знаю, у тебя получится. Ага. Хорошо. Мне кажется, я знаю, что делать с горами. И что? У моего друга есть пара вертолетов. Он говорит, что мы можем привязать буровую установку к вертолету Сикорский. Вертолет Сикорский? Это что такое? По сути, это огромный ебаный вертолет. Может поднять до 9000 килограммов. Единственное, что нам еще остается, это разрешение на использование воздушного пространства. В этом вся суть. Расходы 80 тысяч долларов в день. А в день? Да, включая топливо и время полета. Блять. Что такое? Нет, ничего. Кажется, мне подали вчерашнюю рыбу. Есть 2 вещи, Винни. Нам нужно разрешение на использование воздушного пространства, чтобы посадить вертолет, а мы еще не выяснили, как посадить его где-нибудь здесь. Что? Не где-нибудь здесь, хорошо? Нигде-нибудь здесь, нигде-нибудь здесь, нигде-нибудь здесь, нигде-нибудь здесь, нигде-нибудь в Вашике. Все должно быть точно здесь, на линии. Похоже, они прокладывают оптоволокно от Канзасской электронной биржи до Нью-Йоркской фондовой биржи. Я знаю, Дженни, я не слепая. И не могу поверить, что я этого не предвидела. Прямо здесь у меня под носом. Ты должен заставить работать СВЧ-вышки. Раздобудь мне алгоритмы формирования импульсов. Я уже говорил вам, мы не можем. Еще как можем. Мы должны преодолеть расстояние туда и обратно. Канзас, Нью-Йорк за 15 миллисекунд или меньше. Ева, я не понимаю, как мы должны это сделать. Приносишь мне алгоритм формирования или свое заявление на увольнение. Дженни, начинай искать других специалистов. Я собираюсь начать строить вышки уже завтра.
Как добрались? Отлично. Добро пожаловать. Большое спасибо. Как хорошо, что вы приехали. Приятно познакомиться. Это Офелия Троллер, Винсент Залески. Привет. Здравствуйте, мистер Залески. Зовите меня Винсент, пожалуйста. Приятно познакомиться, и вот что вам нужно знать. Мы копаем здесь оптоволоконный туннель. Огромная полоса земли охраняется национальным парком. Мы слышали, вы лучшие, а мы ищем кого-то, кто сможет пробурить землю под этим участком за один раз. Там 25 километров. Итак, вы хотите горизонтально пробурить 25 километров за один раз? А почему без соединительных точек? Это все охраняемый дикий лес. Там нет подъездных путей. Мы не сможем получить разрешение на их строительство. А вы вообще представляете, какая нужна техника, чтобы такое сделать? Ее нужно везти с другого конца планеты. А это $1000 просто, чтобы доставить ее. Именно. Да. Привет, это я. Живот ужасно болит. Кажется, мне нужен доктор. Что такое? Наверное, съел что-то не то. Встретимся внизу. Да, спасибо. И Марк? Да. Не говори Антону. Хорошо. Оптический регенератор. Новое расчетное время 17,19 миллисекунды. Цель сокращения времени 16 миллисекунд. Текущее сокращение времени от 0,03 до 1,22 миллисекунды. Мистер Залески. Да. Об этом трудно говорить. А о чем? Привет. Что они сказали? Ничего, я в порядке. Они просто так продержали тебя там 6 часов? Они что, совсем уже? Я знаю, прости, просто нужно было сдать анализы, но со мной все хорошо. Уверен, ты все еще бледный. Да, все в порядке. Давай, поехали. У вас рак желудка. Мне жаль, а вы должны немедленно пройти курс лечения. Может быть, можно проверить все еще раз? Можно. Но мы сделали рентген, эндоскопию, МРТ. Диагноз точный. Мне правда жаль. Поэтому мне снятся кошмары. Кошмары? Да, мне снятся очень странные кошмары. Это из-за рака? Не знаю. Меня преследует старик. Я не думаю, что это связано. И я не знаю, то ли он хочет убить меня, то ли пытается спасти от чего-то. Мистер Залески, пожалуйста, я не психиатр. Это связано, так? Простите, я не могу вам помочь. Это не мой профиль. Как долго мне осталось? Вы можете жить вполне продуктивной жизнью год или два, как 90% наших пациентов с таким же диагнозом. А потом? Один из двух пациентов с вашим уровнем развития болезни живут более 5 лет. Это не смертный приговор, но это очень серьезно. А с правильной терапией вы можете полностью вылечиться через 2 года. Можно ли начать лечение через 2 месяца? У меня сейчас очень важный момент в жизни. Много людей рассчитывают на меня, и я просто не могу их подвести. Нет, нельзя. Это серьезно подвергнет вашу жизнь опасности.
Бог здесь, Иоанн, глава 14, стих 6. Это ваш экземпляр. Огромное вам спасибо. Спасибо. Рад был с вами познакомиться. Мы будем на связи. Дуга завершена. Новое расчетное время 17,19 миллисекунды. Цель сокращения времени 16 миллисекунд. Текущее сокращение времени от 0,03 до 1,22 миллисекунды. Текущее сокращение времени от 0,10 до 1,22 миллисекунды. Так как, от тебя давно не было вестей? Я в порядке. Немного устал. Как работа? Все в порядке. Надеюсь, ты не ешь там всякую дрянь. Заработаешь сахарный диабет. Антуан. Нет, не ем. Поговори с дочерью, она скучает по тебе. Катя. Кто это? Твой отец. Привет, папа. Привет, Катя. Чем занимаешься? Работаю. У меня есть новая книжка про атомы. Да? Ты знаешь, сколько много пустоты в атоме водорода? Сколько много? Расскажи. 99,99996%. Если бы атом был размером с Empire State Building, протоны и его центр были бы размером с пчелу, а все остальное пустота. Офигеть, да? Еще как офигеть. Место посадки Сикорский. Бурильные бригады номер 40-41-42. Апалачские горы, Пенсильвания. Длина туннеля 44 километра. Как жизнь, Рэй? Хорошо. Ты как? Хорошо. Ладненько. Знаком с Винсентом? Привет, как жизнь? Мистер Залески, спасибо. Хорошо. Вот. Где скалы? Туда. Пожалуйста, наденьте их. Зачем нам такая прямая линия? Почему нельзя обогнуть горы? Ну, Рэй, давай без вопросов. У тебя прописано это в договоре. Договор. Кому здесь нужен договор? Им только зад подтереть. Привет, Антон. Что вы здесь делаете? Ты думаешь, я пришла напомнить тебе, что тебе нельзя использовать мои коды? Что ж, мне наплевать на эти коды. Ну, конечно, наплевать. Они устарели. Так, я здесь, чтобы рассказать историю. Ты слышал о Владимире Смирнове? Нет. Он переписал какой-то код для фонда Макминстера 8 лет назад. Он дал им 10 или 12 миллисекундное преимущество в сети. Однажды он решил покинуть компанию. И пару строчек кода он забрал с собой. Ничего особенного, просто общий код. Но Макминстеру это не понравилось. На Смирнова спустили ФБР. Заявили, что он угроза национальной безопасности, что он украл у компании коды, что он способен обрушить биржу. Последние 8 лет... Он в тюрьме. А Владимир ничего плохого не сделал. Эта история должна показать тебе, что кто-то может сделать твою жизнь адом, если захочет. Сколько будет твоим дочерям через 8 лет, Антон? 8 лет — это долгий срок. Я заботилась о тебе, а ты меня предал. Теперь ты за это заплатишь. Будет больно.
Да? Эй, останови машину. Да, я перезвоню тебе. Блять, вернись, сучка. Да ты, пизда. Ты думаешь, у тебя есть власть над нами? Ты думаешь, ты нами владеешь? Спускайся ты, кусок дерьма. Что за нахуй? Сука! Что она здесь делала? Привет. Привет, ты в порядке? Да. Я только что видел, как отсюда улетел вертолет Торрес. Серьезно? Да, серьезно. Ты с ней встречался? Посмотри на меня. Ты с ней встречался? Эй, встречался? Да, встречался с ней. Да, я просто не хотел... Что? Я не хотел говорить тебе, чтобы не расстраивать. Ты не расстраиваешь меня. Что она тебе сказала? Да так, просто... Что она тебе сказала? Рассказала дурацкую историю. Историю? Посмотри на меня. Она угрожала тебе? Я ее не боюсь. И не должен? Нет. Она подняла на тебя руку, била? Нет. Она рассказала, что делает? Просто смотри на меня, когда я... Что она тебе сказала? Хватит, хватит. Хорошо. Я делаю все, что могу, чтобы сократить время на миллисекунду. Так что прекрати мне мешать. Я не могу сосредоточиться. Хорошо. Я не могу думать. Хорошо. Хорошо? Оставь меня в покое. Ладно, я не... Оставь меня в покое. Хорошо, хорошо. Убирайся. Ладно, 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 ладно. Прости. Вот они, четко по графику. Первый из ваших 34 вышек. От Канзасской электронной биржи до Нью-Йоркской фондовой биржи. 18 вышек в одну сторону, 15 в другую. А где они копают? Парни Винни и Антона у подножья этой скалы. Этот маленький участок в лесу, где мало деревьев. Перед скалой. Там и копают. У них более 50 бригад, 12 в Пенсильвании. Дерьмо. Вези меня обратно в Нью-Йорк. Какого черта? Что они делают? Они собирают вещи. Стой, останови машину, стоп. Эй. Что вы творите? Что вы творите? Мы уезжаем. Вы не можете, это часть договора. Это дорого, но мы вам должны 30 тысяч долларов. К понедельнику вышлем чек, дайте пройти. Почему вы это делаете? Заключили контракт, больше денег, меньше работы. И вы просто нас бросаете? Слушайте, я оплачиваю счета. У него счета? Это бизнес, ничего личного. С кем вы заключили договор? Я подписал соглашение о неразглашении. Это ведь Ева Торрес, да? Это Ева Торрес, скажи. Если ты хоть что-то расскажешь ей о нашем проекте... Винни, успокойся. Я тебя выебу. Следи за словами. Пошел ты нахуй. Я когда-нибудь плохо обращался с тобой? Я заплатил тебе огромные деньги. Что ты делаешь? Ты думаешь, она пытается построить свою собственную линию? Нет, мы слишком сильно их в этом опередили. Они пытаются нас поиметь. Что мне делать с его договором? Заключи новый с кем-нибудь другим и выясни, не украли ли еще кого-то из команды. Послушай меня, удвоим зарплату, если придется, но заставь работать. Хорошо. Спасибо. На чем работаешь? Я не могу рассказать об этом. А это потому, что ты шпион, который работает на ЦРУ? Нет. Нет, потому что Винсент решил, что каждый должен подписать соглашение о неразглашении. Так что я не могу об этом рассказывать. Кто такой Винсент? Это твой босс в ЦРУ, потому что ты шпион? Я не работаю в ЦРУ. Ага. А у меня есть друзья в КГБ. Я позвоню им, скажу им, что ты здесь. Это глупо. Ну уже скажи. Пожалуйста. У тебя есть ручка? Я, Барбара Лемон, клянусь не разглашать любую информацию, касающуюся профессиональной деятельности Антона Залески. Ты ведь понимаешь, что в суде такое не примут? Примут. Но я здесь, чтобы ускорить распространение цифровой информации между Канзасской электронной биржей и Нью-Йоркской фондовой биржей. Ладно. Допустим, ты инвестор из Канзаса, а я трейдер, тоже из Канзаса. И ты хочешь купить... Я не знаю, что ты хочешь купить. Что я хочу купить? Я хочу купить... лимонную компанию в...
Не знаю, Зимбабве. Итак, ты хочешь купить акции лимонной компании в Зимбабве. Так, допустим, ты хочешь купить 1000 акций по максимальной стоимости $10. Отлично, так и сделаем. Ты размещаешь этот запрос в системе. И кучка трейдеров теперь могут предлагать цены продажи для лимонной компании в Зимбабве. Но дело в том, что если все трейдеры используют одну и ту же систему, у них одна и та же информация. Как победить остальных? С помощью самой быстрой линии связи. И когда я узнаю, сколько ты готова заплатить, я опережу других трейдеров. Я покупаю акции, которые продаются менее чем за $10. Я мчусь назад и продаю их тебе за $10. Сейчас это происходит примерно за 17 миллисекунд. Скоро будет за 16. Но что и 16 миллисекунд? Это один взмах крыла Колибри. Хорошо. Но что будет дальше? Ну, это все. В этом вся суть. Я только что заработал 1000 раз по 1 центу, а значит, 10 баксов. Но все это ради 10 баксов? Ну, каждый день я совершаю 200 тысяч таких транзакций. Это 200 тысяч раз по 10 баксов умножить на 252. Это $500 миллионов в год. Куча денег. Как путешествие во времени. Ага. Но как же фермеры? А что с ними? Фермеры лимонов Зимбабве. Что они получают от этого? Фермеры лимонов не важны. Как они могут быть не важны, если они выращивают лимоны? Они не являются важной переменной в системе. Математически для нашего бизнес-плана они не важны. Кажется, я не хотела бы быть одним из этих фермеров Зимбабве, который математически не важен для твоего бизнес-плана. Ладно. Прости. А я заткнусь и пойду работать. Нет-нет-нет, это... Это интересная проблема. Она поднимает много эпистемологических вопросов. Увидимся, шпион. Что это? Это диссертация 23-летнего парня из Нью-Йорка. Кажется, он вычислил формирование импульса. Ты это написал? Ну, да. Ты можешь заставить импульсы работать? Да, в теории, конечно, но я не вижу, что должно помешать и на практике. Иди за мной. Я знала, что ты есть где-то. Иногда у меня бывает такое чувство, что есть кто-то, кто должен быть в моей жизни. Но он никак не может найти к ней дорогу. Что ты думаешь о Дженни? Она ничего, кажется. Она великолепна. Они все. Я нанимаю только лучших. Думаю, нас ты будешь чувствовать себя как дома. Для начала я буду платить тебе $150 000 в год. Это устроит? Спасибо. Это действительно похоже на стимулирующую среду для работы. Тем не менее, если у тебя получится наладить работу формирования импульсов для наших вышек до конца месяца, я выплачу тебе бонус в $300 000. Я буду очень хорошо заботиться о тебе. До тех пор, пока ты будешь тем, кем я тебя считаю. И до тех пор, пока ты верен. Итак, вот эта область. Вы, конечно же, хотите заполучить самую большую дорогую бурильную технику на планете. Вы хотите копать вдоль леса, а затем под рекой, верно? Да. А вы сказали, что вам ни за что не позволят вырыть подъездную дорогу в национальном парке. Скорее всего, так и есть. Но вы думаете, что это единственный способ попасть туда? Да, так и есть. Нет, не так. Если я дам вам 4 маленьких буровых установки, поставлю их на плотах вдоль рек, и они все начнут работать одновременно, я почти уверена, что за половину вашего бюджета я смогу сделать эту работу в 4 раза быстрее. По телефону вы сказали в 2 раза быстрее, а не в 4. Ну, закон Мёрфи в действии. Я пессимист. Я хочу быть на одном из плотов. Тогда, надеюсь, вы привезли свою зимнюю куртку, потому что там только что выпал снег. Моему отцу бы здесь понравилось. Мои родители родились в России, они переехали сюда в 60-х годах.
Переехали в крошечную квартиру с 10 другими русскими семьями. Через 2 недели после приезда пришли полицейские, постучали в дверь, засунули его в машину. Они думали, что он шпион, а он им не был. Они допрашивали его 4 недели или около того. Он не видел солнечного света. Безумие. Да, моя мама сказала, что он стал совсем другим человеком. Он стал злым. А я родился несколько лет спустя. Повезло. Да. Он всегда говорил мне одно и то же. Он говорил, что бы ты ни делал, убедись, что ты владеешь своей свободой. А владеешь своей свободой? А разве владение ей не противоположной самой цели свободы? Да, возможно. И он всегда пытался напугать меня, чтобы я не стал, не знаю, успешным, что ли. И вы делаете это, чтобы доказать, что ваш отец не прав? Не прав в чем? Об успешности. У вас тут довольно отчаянное предприятие. Это просто то, что мне нужно сделать. А мы на месте. Это невероятно. Это потрясающе. Да? Да, спасибо. Не за что. Слушай, у меня есть еще работа, которую мне нужно закончить. Пит вас подхватит. Он ждет на другом берегу. Хорошо. Да. Спасибо. И надеюсь, у вас все получится. Мне не нужна уборка. Антон. Антон, это я. Открывай. Эй, Антон. Да, иду. Привет. Привет. Спасибо, что пустил. Мы проложили 950 километров линии, а вертолет сегодня летит к скалам. Как у тебя дела? На каком ты этапе? Рассказывай. Уменьшил время на 1/10 миллисекунды. 1/10 миллисекунды – это неплохо. Хорошее начало. Ты в порядке? Ну же. Что такое? Ну что? В системе отсутствуют некоторые переменные. Хорошо. Что бы это ни было, мы это исправим. Исправим. Есть проблемы с гранулярностью. Что это? Я не знаю, что это. Фермеры лимонов. Основным экономическим единицам не хватает ресурсов. Хорошо. Вся система рухнет через 50 лет, если мы не сделаем алгоритмы для учета лимонов. Знаешь что? В системе есть ошибки. Ты и я сейчас отправимся немного погулять. Ты отвлечешься от кодирования на несколько часов или несколько дней. Я должен это закончить. Это был не вопрос, дружище. Давай пойдем посмотрим на вертолет. Переоденься, подышим свежим воздухом. Антон. У меня есть вопрос про оптоволоконный разъем модели 2 МТТР-5547. В чем заключается ваш вопрос? Точен ли его индекс рассеивания, или могут быть небольшие изменения в потере скорости? Нет, сэр, я не думаю, что есть существенные изменения. Допускаются ли изменения, например, на 0,1%? Ваши показатели оптимальны. Если бы была какая-то разница, я бы сказала, что все наоборот. Ваша производительность может быть чуть меньше. Это довольно глупо. Простите, сэр. Эй, ты чувствуешь это? Шину спустила. Дерьмо. Серьезно, что ли? Да. Через час? Ладно, только поторопитесь.
Алтунский природный заповедник. Эй! Когда это все закончится, я мог бы пригласить твоих детей на мороженое или еще куда-нибудь. Да, им бы понравилось. Правда? Правда. Я бы хотел. В любое время, когда захочешь. Винсент. Что? Что там такое? Это лягушка. Мило. Да, хорошо. Прыгай в воду, так-то лучше. Все в порядке? С ней все в порядке, просто... Знаешь, скоро у тебя появится свой дом на холме. Ты мог бы просто отдыхать и заниматься такой ерундой все время. Суть на самом деле не в доме. А в том, чтобы люди оставили меня в покое. Большинство из них кретины. Да? Я просто хочу тихое место, где я мог бы заниматься своими кодами, писать алгоритмы, проводить время с Машей, девочками и тобой. Мы могли бы плавать в озере и смотреть на закат, или... Чем там люди занимаются за городом? Неплохо. Три раза? Да. Эй. Эй. Эй! Эй! Давай, пошли. Быстрее, надевайте. Привет всем, как дела? Простите за это. Без проблем, надевайте каски. Сначала очки, потом каски. Черт возьми! Отойдите от груза. Отойдите назад. Осторожно, уступ. Держитесь. Хорошо, хорошо. 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 Продолжайте в том же духе. Держите, держите! Осторожно! Отлично! Так пойдет. Брось мне этот ключ. Томми, продолжай подавать воду. Продолжай подавать воду. Я продолжаю. Выключайте, выключайте. Эй, эй! Глуши! Глуши машину! Хорошо! Черт! Отходим, давайте! Рэй, что такое? Скала. Сломался бур. Как это случилось? Скорее всего, попали в твердую залежь. Нам нужна карбидная насадка. Придется заказать в Норвегии. Стоит 60 кусков. Она у вас будет. Нам потребуется больше времени. Что бы там ни было, вы должны найти, как пробурить сквозь гору. И не говорите мне, что это стоит дороже. У меня больше нет денег. Спокойно. Мы же не могли такое предусмотреть. Это часть игры, а она полна сюрпризов. Прочитай договор. Все сюрпризы – твоя головная боль. Это чушь. Успокойтесь. Я не знаю, что сказать. Все в договоре. Ты за это да в ответе. Да мы задницу тут рвем. Мне это не Почему, сдалось. Блядь, они с самого начала не использовали карбидную насадку? Я думал, у вас все схвачено. Так и есть. Мы просто наткнулись на залежь. Так бывает. Расслабься, мы решим. Хватит это. Мне это говорить. Но дело касается денег. Где Антон? Антон там, отдохни. Что ты делаешь? Давай, пошли, пошли. Просто отдохни, хорошо? Пошли. Ладно, я серьезно. Я тоже. Случилось несколько задержек. Бурение в горах. Та еще заноза в заднице. Это меняет наш временной план. Мы все еще сможем запустить линию в следующем месяце? В данный момент я в этом не уверен. Иногда мне становится интересно, Винни. Ты действительно знаешь, что делаешь?
Ты просил нас инвестировать в этот ваш безумный проект. А теперь у нас с самого начала одни лишь непредвиденные сюрпризы. Только один сюрприз. Кажется, ты прыгаешь выше головы. Мы тоже прыгаем выше головы. Боже мой, Брайан, у меня все под контролем. Просто сейчас в этом месте немного сложнее, вот и все. Мы собираемся отправить тебе большую сумму денег. Да, спасибо, мистер Саймон, я знаю это. Ты полностью честен с нами. Я не собираюсь вас обманывать. Хорошо? Линия не будет готова к полной эксплуатации в следующем месяце. Но как только мы сможем доказать, что наша линия самая быстрая, сумма денег, которые люди будут готовы потратить за доступ к ней, взлетит до ебаной стратосферы в микросекунду. Лично я хочу быть там, когда это произойдет. Но я не могу продолжать без следующего платежа. У меня бур, который стоит 80 тысяч долларов в день. У меня ебаный Сикорский, который в 20 метрах висит над скалой в Пенсильвании. Один вопрос. Какой? Мы получим прибыль с наших денег? Или ты пытаешься нас обмануть и отхватить огромный бонус перед уходом? Господи, Брайан, думаете, я выложил 500 миль волокна от Канзаса до Иллинойса в качестве подарка Земле? Линия закончена больше, чем наполовину. Линия будет пиздец какой быстрой, а вы будете невъебически богаты. Обещаю, без сюрпризов. Все будет в порядке. Не наеби нас, Винни. Я тебе доверяю. Я не потратил последние 2 года, чтобы просто уйти. Я сделаю это, будто это последнее дело в моей жизни, но... Я не могу работать дальше без выплаты. Хорошо, Винни. Хорошо. Сколько? 15 миллионов. 500 тысяч долларов. Проверь. Спасибо. Массажный салон. Здрасте. Здрасте. Чем я могу помочь? Да, вот хотел узнать, все ли ваши услуги легальные? Да, конечно. То есть все законно? Можно мне просто массаж? Да, сэр. Вам терапевтический массаж или расслабляющий? Терапевтический. Полчаса или час? Полчаса. Черт. Ты где, черт возьми? Послушай, я еду обратно в отель. Что случилось? Есть земля, которая не принадлежит нам. Стой, что? Мы копаем на участке кусок земли. Я думал, у нас есть все документы. Ты же говорил. Железнодорожник сказал, что земля не их. Кто? Тебе нужно приехать. Да, ладно, встретимся утром. Пожалуйста, поторопись. Да. Давай. Блять. Тупая миллисекунда. Думаешь меня обыграть? Да. Я тебя обыграю. Вот получай, ушлепок.
Влияет ли магнитная сила Луны на скорость нейтронов в линии? Алло? Отлично, ты жив. Привет. Почему не звонил? Неделя прошла, Антон. Скажи, что не так? Ничего. Эта линия тебе вредит. Разве ты этого не видишь? Почему Винни все еще держит тебя там? Слушай, дети скучают, я скучаю. Мне пора. Почему ты не можешь работать из дома? Мне пора, скоро перезвоню. Детка. Прости. Антон. Антон! Хорошо, хорошо, хорошо. Как дела, Винни? Знаешь что, жди здесь. Отлично, хорошо сыграл. Привет, добрый вечер, привет. Добрый день, сэр, вы с этим мужчиной? Да, это мой партнер, меня зовут Винсент Залески, я работаю на Cobalt Fiber Tech. Хотел узнать, вы ли владелец этой земли? Да, мы все. Мы уже говорили с вашим партнером. Да, и я хочу извиниться, меня здесь не было, но я полагаю, что он был грубоват, когда говорил с вами. Да, мы хотим продолжить работы здесь и привести сюда все новые и потрясающие возможности этому сообществу. Хотим провести здесь скоростную оптоволоконную сеть. Мы предлагаем купить кусок земли не больше 300 метров. Приедем на пару недель, все установим, спрячем трубу под землей и уедем, следа не останется, и мы выплатим компенсацию за неудобства. Мы не заинтересованы, спасибо. Уверен, что заинтересуются соседи. Идите и поговорите с ними. Извините. Мы готовы предложить вам 230 тысяч долларов прямо сейчас. Это очень много денег. Уверен, соседи заинтересуются. Это все, о чем вы хотели поговорить? Сэр, я лишь хочу убедиться, что вы все поняли. Эта линия будет в 2 метрах под землей. Ее никто не увидит. Мы приедем, установим ее за 2 недели и оставим вас с чеком на 230 тысяч. Такая сумма может пойти на сохранение вашего наследия, традиций. Я все правильно понял и сказал, что мы не заинтересованы. У нас простая жизнь, мистер Залески, в служении Богу. Скорость нам не нужна, а деньги могут привести к конфликту. Точно. Ну, может, вы проведете общее голосование по этому поводу? Пожалуйста, не усложняйте. Послушайте, сэр. Я здесь пытаюсь обеспечить процветание этому сообществу, улучшить вам жизнь. Мы не верим, что, сделав вещи быстрее, вы их улучшите. Мы верим, что новые технологии делают нас еще более отдаленными и одинокими. Поэтому нам не нужна ваша высокоскоростная труба под нашей землей. Так что теперь делать? Я не знаю. Как найти общий язык? Никак, мистер Залески. Мы его никогда не найдем. Это земля Бога. Мы не найдем здесь ничего общего. Мы здесь, чтобы заботиться о ней ради Него. Простите, хорошего дня. Не глупите, сэр. Винсент, идем. Мы закончили. Простите. Вы совершаете ошибку. Хорошего дня. Хорошо, спасибо. Кажется, у меня есть идея, Винсент. Вчера важной исторической вехой стало то, что австрийский парашютист преодолел сверхзвуковой барьер, прыгнув с высоты в 39 километров и благополучно приземлившись на юго-западе США. План его путешествия через атмосферу Земли разрабатывался 7 лет. Рано утром мужчина спокойно поднялся в воздух в шаре с гелием, готовясь к прыжку. Привет, это Питер из отдела продаж. Мне нужна информация насчет оптического регенератора JBT-145SK. Да, чем могу помочь? Тут написано, выдерживает до 10 тысяч метров. Какая подразумевается устойчивость? Не знаю. Приблизительно?
Ну, если приблизительно, то у наших регенераторов устойчивость составляет 10 или 15%. Зависит от волокна. Вы сказали 15? 1,5? Да. Если у меня есть 178 регенераторов на линии, я смогу провести какой-то отбор и использовать только те, что покрывают все 115%, то я смогу распределить по одному на каждые 11 километров. И таким образом мне понадобится только 154. Да, наверное. Будет рискованно и дорого это протестировать, но почему нет? А вы знаете, что из-за одного регенератора линия теряет 0,02 миллисекунды? 24 регенератора туда и обратно уже на миллисекунду быстрее. Это факт. Это факт. Спасибо. На миллисекунду быстрее! Кто здесь, блядь, чемпион? Мистер Залески. Мистер Залески, стойте. Вы Антон Залески? Вы Антон Залески? Да. Меня зовут Сантана Лопес, ФБР. Вы арестованы за мошенничество на бирже путем использования частного... Мистер Залески! Тихо. Да ладно. Стойте! Нет. Злоупотребление силой. Злоупотребление. Как я сказал, вы арестованы за мошенничество на бирже. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы сделаете... Стойте! Вы не можете копать на нашей земле. Это Божья земля. Да. Уходите, или я вызову полицию. Сэр, похоже, что в глубине уже не ваша земля. Конечно же, наша. Законодательство позволяет изыскателям копать глубже 300 метров, если копают ради общего благополучия людей и многолетнего процветания штатов. Наши адвокаты оспаривают, что поскольку мы ускоряем передачу данных на всей этой ебучей территории, наша линия нужна для благополучия людей. Это место вам не принадлежит. Вы не можете класть сюда свои вещи. Посмотрите вниз. Видите землю? Мы выкупили этот участок. И мы можем делать, что хотим. Мы прокопаем в 300 метрах под вашей землей. Ясно? Вы даже не почувствуете, что мы там, а потом снова поднимемся. Вы не можете, это наша земля. Если там есть нефть или газ, согласно закону штата, дальше 300 метров земля принадлежит любому. Ясно? Держите, забирайте людей, или я позвоню в полицию. Многие программисты держат такие коды у себя на компьютерах. Твой бывший работодатель говорит другое. Она говорит, эти коды сокращают время транзакции на 2 миллисекунды. Их использование вне обязанности работника – это серьезное нарушение контракта. Мисс Торрес также считает, что бывший работник должен быть привлечен к ответственности, поскольку его действия угрожают стабильной экономике страны. Он должен рассматриваться как угроза национальной безопасности. Угроза национальной безопасности? Thank you.
Да. Привет, Винни, это я. Антон, привет. Ты где? Я в тюрьме. Что? Да. ФБР схватили меня и надели наручники. Вот у шляпки. Говорят, что мне светит 10 лет. Можешь приехать и забрать меня? Прости, я должен был быть рядом. Ты не сделал ничего плохого. Это все Торрес, прости. Это моя вина, но я вытащу тебя оттуда. Ничего не делай, пока не приедут адвокаты. Я разберусь. Богом клянусь, когда мы тебя вытащим, Торрес будет жалеть, что родилась. Да, да, хорошо. Послушай меня, ничего не делай. Пока. Антон, ты меня слышишь? Эми! Эми! Привет. Слушай, ФБР поймали Антона. Он в тюрьме. В тюрьме? Почему? Не знаю. Срочно отправляй наших адвокатов. Нужно поехать туда. Винни? Да. Рэй говорит, что нужно ехать к обрыву. Разберешься. Мне нужно ехать. Нам нужно к обрыву. Садись. Давай. Ладно, ладно. Эми, звони адвокатам. Я вернусь через 2 часа, чтобы забрать Антона. Будь готова ехать. Хорошо. Рэй, что это за хрень? Так уже было, когда я приехал. 11 миллисекунд. Нью-Йорк, Канзас. Какое у нас время, Винни? Какое у нас время? Поднимите меня туда, Марк. Поднимите меня туда. Зачем? Я не знаю. Я не знаю, есть ли там дорога. А ты? Чувак, я не знаю, как туда забраться. Ты в порядке? Выглядишь не очень. Ты в порядке? Хорошо, линия готова. Рынок открывается через 10 секунд. Рынок открылся. Работает. Мы самые быстрые. Работает, черт возьми! Черт, посмотри! Мы заработали 500 000 за 5 секунд. Брайан, у нас проблема. Что случилось? Один знакомый из Крейнс говорит, что они устанавливали сотовые вышки последние пару недель. От Канзаса до Нью-Йорка. Для Евы Торрес. Нахуя она ставит сотовые вышки? Не знаю. Так узнай. Блять! Блять, мы застряли. Едем обратно. Нет. Мне нужно забраться туда. Винни. Да? Я везу тебя обратно. Нет, мне нужно туда. Заткнись, ладно? Ты зашел слишком далеко. Завали ебало и подними меня туда. Нет, я не буду слушаться твоих приказов. Едем обратно. Хочешь подняться туда? Зачем? Зачем? Винсент! 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 Я тебя вырублю, нахуй. Я вырублю тебя. Винсент. Нахуй. Винсент, я что ты делаешь? Я тебя вырублю, нахуй. Винни. Я тебя вырублю. Нахуй. Винсент. Я тебя вырублю. Вырублю. Ну что ты делаешь? Вырублю, нахуй. Отдай бензопилу. Что ты делаешь?
Что ты делаешь? Успокойся. Он там, Марк. Кто там? Голиаф. Успокойся, ладно? Нужно снять его оттуда. Кого? Я никому не наврежу. Нужно снять его оттуда. Ты с ума сошел, успокойся. Мне нужно забраться. Я набиваю твой матрас деньгами. Ты поможешь мне снести эту вышку? Отдай мне гребаную пилу. Отдай, Винни, отдай ее. Нет, нет, нет. Да что ты, блядь, творишь-то? Что ты творишь, Винни? Положи. Положи пилу. Я вырублю тебя нахуй. Я тебя вырублю. Я снесу тебя и... Винни! Винни! Что ты вляпался, Антон? Я не делал ничего незаконного. Не делал ничего незаконного? Нет. Тогда почему тебя арестовали? Ты явно что-то сделал не так. Почему ты это сделал? Винни попросил. Винни. Винни. Я скоро, Антон. Я скоро. Я вытащу тебя. Я вытащу тебя оттуда. Ты в безопасности. Все хорошо. Все хорошо, хорошо, успокойся, Винни. Просто дыши. Дыши, мы едем на скорой помощи. Хорошо, ты отключился, успокойся, все в порядке. Где мой телефон? Он у меня, не волнуйся. Отдай. Зачем? Дай мне телефон. Спокойно. Марк, отдай телефон. Ладно. Вот. Да, спасибо. Можешь освободить мне руки, пожалуйста? Да, я подожду. Винни, убери телефон. Я жду. Положи телефон. Алло, мистер Залецкий? Мистер Гербаш, я еду на встречу. Извините, хотел позвонить, прежде чем закрыть сделку. Чем я могу помочь? У меня потенциальные инвесторы, готовые участвовать. Им нужны гарантии относительно соперников. Что вы имеете в виду? Они ведут себя глупо, хотят какое-то страхование их вложений, пока мы не закончим линию. То, что защитит их, если кто-то еще сделает линию быстрее нашей, что-нибудь до следующего месяца. Я могу подготовить страхование рисков, но я не понимаю, как кто-то может проложить более быструю линию за месяц. Я слышал, что вы запускаете трубу от Нью-Йорка до Канзаса за 16 миллисекунд. Да, 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 верно. Потрясающе. Угу. Я плохо вас слышу. Простите, мы едем через туннели. Какой будет страховой тариф? Около 2 или 3 центов с доллара. 2 или 3 цента с доллара? Потрясающе, нет? Сэр, дайте мне ваш телефон. 5 минут. Вы там? Я все здесь. Покройте расходы на 2% к следующему месяцу. Я подтвержу, когда получу документы. Отлично. У вас 10 секунд, чтобы сбросить. Хорошо, встреча начинается. Позвоню через 3 часа. Отправьте все документы в мой офис, чтобы закончить с этим к концу дня. Хватит. Простите, связь пропадает. Спасибо. Я заключил сделку. Если компания обанкротится, страховая компания заплатит кучу денег. Отдохни. Я вложил 3 цента на $1, если кто-то построит более быструю линию за месяц. Раз я знаю, что такая есть, я получу $1 за каждый из этих 3 центов. Знаешь, какой будет возврат? Не знаю, много?
Да, 2300% возврата. Поставил на свою же неудачу. Я знаю, что провалюсь, это точно. Рад за тебя. Поправляйся, ладно? Да, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал, Марк. Что? Нужно вытащить Антона из тюрьмы. Мне все равно, сколько это стоит. Просто вытащи его оттуда. Это моя вина. Я должен был быть там. Обещаю. Я вытащу его из тюрьмы. Закончу с линией. Не волнуйся. Я справлюсь. Поправляйся. Ты вытащишь его? Клянусь. Воу-воу, что за херня? Мы отстаем на 20 миллисекунд. Дженни, мы теряем миллионы. Мы отстаем на 20 миллисекунд. Что? Что? Вся сеть отстает на 20 миллисекунд. Интересно, что случилось? Я не знаю, что ты сделал. Мы отстаем на 20 миллисекунд. Ева? Ева? У нас проблема. Линия замедлилась на 20 миллисекунд. То есть на 20 миллисекунд. Идеальная задержка на 20 миллисекунд. Она непроизвольная. Целый кусок. Кто-то взломал нашу сеть. Привет, Антон. Вы опоздали. На 20 миллисекунд. Забавно. Интересный ход. Да, могло быть и хуже. Я замедлил вас только на 20. Думаешь, мы тупица? Думаешь, мы не разберемся? Конечно же, разберетесь. Если используете мозги. Свои маленькие мозги. Такому гению, как Элиас, понадобится 5-6 месяцев. Не шути со мной, Антон. Вернее, миллисекунды, или Винсент тоже окажется в тюрьме. Я могу замедлить вас на 80. 80 миллисекунд – это очень много. Что ты хочешь? Снимите обвинение. И держитесь подальше от Винсента. Какой же ты скучный. Будто часть твоего мозга работает как у гения, а другая как у инвалида. И поэтому я была нужна тебе. Поэтому мы так хорошо сработались. Я сниму обвинение и не трону твоего кузена Винсента. Но не думай, что лучше меня. Мы одинаковые. Введите 212-555-01. Что? Введите 212-555-01-14. Когда услышите гудок, нажмите 3. И все? Да, все. Ты бы заработал миллиарды. Они не настоящие, Ева. Привет, Брайан. Получаешь наказание за содеянное? Я пытался все исправить. Правда. У меня было страхование риска. Гербаш разбирался с ним, но было слишком поздно. Прости. Ты нас наебал. И теперь, раз я доверился тебе, я могу потерять компанию. Мне очень жаль. Готов. 3, 2, 1. Вау.
15,73. Черт. Мы сделали это. Да, сделали. Разве не здорово? Мы устарели, но справились. Знаешь, иногда говорят, важно не назначение. Важны люди, которых мы встречаем и чему учимся. Иди сюда. Спасибо. Дорогая, иди сюда. Привет, Винни. Привет. Как ты? В порядке, в порядке. Все хорошо, да. Девочки, пойдем. Пусть папа с кузеном поговорят. Когда мне станет лучше, поедем за мороженым. 3 шарика. Нет, 4. Ваш папа платит. Возьмем самое большое мороженое в мире. Понадобятся палочки от мороженого, чтобы его держать. Хорошо. Хорошо. Пойдем найдем карандаши. Хотите порисовать? Хорошо. Мы проиграли. Страховки не будет. Неважно. Что это? Несколько идей для нейтринного сообщения. Нейтринного сообщения? Мы отправляем нейтроны, созданные для передачи информации, к примеру, сделать заказ через земную кору. Так мы не теряем время, обходя всю Землю, потому что идем напрямую с ускорителем частиц. Нейтроны. Этих маленьких ублюдков ничто не остановит. Камень, бетон, ничто. Мы можем добраться до Нью-Йорка за 9 миллисекунд. И мы бы выиграли, Винни. Нью-Йорк, Лондон, Лондон, Токио. Уолл-стрит был бы наш. Но что мы сделаем, когда получим Уолл-стрит? Сожжем его дотла. И привезем всех лимонных фермеров. Будем жарить маршмеллоу у костра. Мне нравится. Только отвези меня кое-куда сначала. Хорошо. Стой, кажется, это он. Что вы здесь делаете? Линия вас больше не побеспокоит. Я не слышу вас. Винни? Винни, вернись в машину. Винни! Черт! Ты в порядке? Да. Что-нибудь нужно? Вы больны? Что? Зачем вы вернулись? Хотел сказать, что на прошлой неделе уничтожил часть тоннеля, которая была под вами. Больше не нужно волноваться, что мир идет быстрее и быстрее под вашими ногами. Трубы больше нет. Спасибо. Спасибо, сэр. Подождите здесь, пока не закончится дождь.
Знаешь, иногда мне интересно. Будь вся моя жизнь длиной 16 миллисекунд, и я бы больше ничего не помнил. Ничего бы не было в голове до этих 16 миллисекунд. И единственное, что осталось бы в моей голове, были бы картинки, запахи и чувства этих 16 миллисекунд. Как думаешь, как бы я это пережил? Я не знаю. Думаю, твоя жизнь казалась бы такой же длинной, как жизнь того, кто прожил 100 лет. Sweet, a sweet.